театрах Кишинева после долгого перерыва вновь проходят спектакли. Билеты на первые представления быстро раскупили. Актеры кукольного театра «Гугуца» подготовили 3 премьеры. 2 спектакля для детей и 1 для взрослых. Одна из них – «Иван Турбинка» по одноименному произведению Иона Крянга. Мне понравилось абсолютно все, очень интересно, а больше всего запомнился момент, когда появляется смерть. Это было великолепно, я пришла со своими одноклассницами и учителем. Спектакль очень веселый и замечательный, и я пришел сегодня с мамой и братиком. Количество мест ограничено, залы могут заполняться не более чем наполовину. Пришла с внуком, спектакль очень интересный. Тебе понравилось? Рады, что можем выйти из дома и привести детей в театр. Я пришел с дочкой, во время пандемии у нас не было возможности. Хорошая премьера. В театре очень скучали по зрителям. Одно дело, когда ты находишься на расстоянии, и другое дело, когда публика приходит сюда, в зал. Ты видишь огоньки в их глазах. Актерам всегда приятно, когда их работа вызывает эмоции. Чрезвычайная комиссия по здравоохранению разрешила открыть театры для зрителей с 11 января.